Друзья, еще одна яркая новинка из мира яркого и мощного света от компании Azum в дополнение к основным линзам. Встречайте модуль ближнего дальнего света с функцией еще и ДХО, дневные ходовые огни. Ставится он во вторую секцию, в первую секцию ставятся основные линзы, а это во вторую секцию, где в основном располагается дальний свет. И могут работать в трех режимах. Выглядит вот так вот компактно, имеет встроенный драйвер. По-другому еще такого типа модуль называют паучий глаз. Вот у нас первая версия была паучьих глазов. Вот это будет вторая версия паучьих глазов, более крутая, потому что она еще умеет и ближний свет. Тоже, как мы видим, там спрятанный у нас диод. Светит это все дело ярким белым светом. Модель, кстати, называется ALPD-05. Давайте включим и посмотрим, как же она светит. На функции габарита ближнего и дальнего света. Это мы включили габарит. То есть вы когда включаете габарит, у вас будет он тоже включаться. Далее. Вот это мы включили ближний свет. Вы посмотрите, насколько он мощный. В дополнение к основным линзам будет отличное дополнение. И сейчас включим на дальний свет. Включил? Да. Вот включили мы еще и дальний свет. Давай еще раз ближний, дальний. Вот ближний, вот дальний свет. Прикиньте, как они лупят. Давайте еще замерим мощность данных светодиодных модулей. Вот возьмем первую версию пауков. Замерим, сколько уже у них чистая мощность. Подключим ради интереса. Вольтик отключим. Так, нам нужно умножить силу тока на напряжение. Это у нас вот там стоит блок, он показывает 14,4 напряжение. Умножаем на силу тока 1,2, мы получаем мощность. Что у нас получается, Дим? Какие цифры? 25, 26 ватт, короче. Давайте теперь замерим паучьи глаза версия 2, ALPD-05, который еще с функцией ближнего света. Тоже посчитаем характеристики. Так, что у нас там показывает? Мощность показывает, не мощность, напряжение показывает 14,4 и силу тока 2,63. Перемножим эти значения между собой. Ну, друзья, эти покруче. 38 ватт. Забыли еще отметить, в комплекте есть все необходимые крепежки, чтобы их установить. Подойдут они в 95% фар, все необходимые крепления, крепежки в наличии есть. Стоимость за пару вот этих вот светодиодных модулей, паук, наверное, назовем версия 2, составляет 6000 рублей. В наличии магазин Модерн. Большой выбор автосвета для вашего автомобиля.